8 махов — это до 10 тысяч километров в час. У нее все характеристики весьма впечатляющие. На летящую так быстро ракету, тем более, когда она активно маневрирует во время полета, не успевает среагировать ни одна система ПВО. Цель поражает почти со 100% гарантией. Ни в одной армии мира нет ничего подобного. Ракета «Циркон» — очень грозное оружие. Ее нельзя перехватить никакими известными способами. Невозможно обнаружить, и цель она поражает быстрее всех остальных. Обычные системы защиты не могут их догнать, и время реакции сильно сокращается. «Циркон» преодолевает почти 600 километров за 3 минуты. Россия создала гиперзвуковую ракету, способную уничтожить авианосец одним ударом. Эксперты предупреждают, что неудержимые снаряды могут обернуться катастрофой для новых авианосцев британского военного флота — «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский». Это оружие замыкает российскую ядерную триаду в гиперзвуковом исполнении. Комплекс «Авангард» наземного базирования. Ракеты «Кинжал», которые подвешивают под крылья боевых самолетов. И вот теперь флотский «Циркон». Все они могут нести на себе ядерные боеголовки. И это делает Россию недосягаемой для конкурентов в оборонной отрасли. Это большое...